еще. Будь здоров. FPS что-то просел, блядь, совсем. Не к добру. Это не к добру. А вот и сатана стучится, значит, мы близко к цели. Или это я уже достиг полного дна, но эта игра все еще снизу постучала. Сатана, сейчас приду, заебал стучать. Нетерпеливый, блядь. Да, блядь, сколько можно идти, блядь, и чё? В луп попал, что ли? И на самом деле я не опускаюсь, я просто хожу по кругу. Просто такая перспектива. Ну так оно и есть. Можно 2 часа ходить и никуда не прийти. А потом окажется, что, блядь, если на 1 этаж выше поднимаешься, ты там, откуда пришел. Блядь, вот на этаж поднимусь сейчас, блядь. Да сейчас иду я, сатана, иду. Блять, да сколько можно идти? Или это по типу Desert Bus игра? Мне до самого ада сейчас придется идти, блять. Реальную дистанцию. Блять, у меня уже так точно так же в глазах белеет, как, блять, у персонажа. Вспоминается сразу, ну там, блядь, сколько, ну 15 этих панелей надо пройти, я уже, блядь, штук 30 прошу, да больше, какие 30, блядь, уже за сотню, наверное, пошло. Да иду я, сатана, иду. Дверь открытую пропустил на одном этаже каком-нибудь, и, блядь, мне теперь придется наверх идти и смотреть на них. Не зря же здесь, блядь, дверь на каждом этаже. Блядь. Нет, мне кажется, все-таки нет конца в этой хуйне. Иначе зачем бы это все? Типа, чтобы показать, что мы дохуя спустились. Мне вообще похуй. Можно было лифт сделать, или телепорт, или такую дрессину какую-нибудь. Зачем пешком-то? Честно, меня согревает та мысль, что мы идем к концу этой дресни. Единственное, что придает мне сил идти вперед. Ну, что-то я сильно сомневаюсь.
минут их бы еще прибавилось в этом мире. И поехавши. Это какой-то пиздец. Блять, я бы не жаловался, если бы мне показали, блять, что есть то место, в которое я иду, а не что это, блять, надо мной издеваются в очередной раз, как издевались всю эту ебаную игру. Но у меня наполовину сейчас сомнение, что это, блять, куда-то ведет вообще, может, блять, я приду там вообще нахуй тупик, блять, и обратно наверх почесал, блять. Планеты мы уже прошли, скоро выйдем с другой стороны, хотя нет, меня гравитация должна будет перебросить вверх ногами. Это пиздец. Да иду я, сатана, иду. Бесконечный падик — это, блядь, мечта юности. Бесконечный падик без квартир. Блять, ну пожалуйста, хватит. Пожалуйста, прекратите эту дресню. Бесчеловечно, блять, вы понимаете, блять. Пожалуйста, хватит. Прошу вас, прекратите, блядь. Сука, эту идею надо запретить Женевской конвенцией, блядь.
хватит, пожалуйста, прекратите. Я больше не могу в это играть. Это, блядь, игрой нельзя назвать, вернее, блядь, то, что я делаю. Я больше не могу, серьезно. Хватит. Блять, это не шутка, блять. Если кто-то когда-то будет это смотреть, нет. ЛБС у меня не вылетит. Это, блядь, я ничего не смонтировал, блять. Ничего не прибавил, нахуй. Это реально, блять, то, что происходит в игре, блять. Вы видите, блять, абсолютно реальные события на 100%. Реально, блять, игра настолько превзошла свою же, блять, очень высокую планку пиздеца, что... У меня слов нет просто, блядь. Такого я не видел никогда и никогда больше не увижу. Я уверен. Блядь, ну хватит, это самое... Дно игровой индустрии, блядь. Хуже, чем, блядь, игры на ИЧО, блядь. Из спрайтов, нарисованных в Пейнте за 3 минуты, блядь. Это как намеренное издевательство, ну, блядь. Есть игры, типа, блядь, Айвона Безыгай, которые... Ну, они как бы постулируют то, что они над вами издеваются. А эта игра, она, блядь, по-хитрому, нахуй. Она, как бы, блядь, не предупреждает вас. Она из-под тишка берет и калечит вас эмоционально на всю жизнь, блядь. У меня есть подозрение, что я просто с ума сошел. Никакой игры давно уже нет. А то, что происходит, это, блядь, у меня в голове. На самом деле я в коме, меня нашли соседи с пеной у рта. Ну, я никак не могу проверить, блядь, точно так же, как не могу проверить, есть ли что-нибудь, блядь, там внизу, куда я якобы иду. Или это все наебка. Блядь, уже за 1000 перевалили, блядь, эти ступеньки ебаные, блядь, этажи. Наверняка перевалили, блядь. Так, я пройду 10 этажей вверх, и если не выйду на поверхность, значит, и реально я иду вниз. Второй. Третий. Четвертый. Пятый, ладно, хуй с ним, раз мы до сих пор не вышли, идем дальше. Блять, amazing atmosphere, да. Amazing bullshit. Нет, ну серьезно, такого говна ни одна игра по отношению к игрокам себе не позволяла, что я знаю, блять. Просто ни одна, нахуй. Хотя я много в какое дерьмо играл. Я играл в Metal Mutant на французском, на PCXT, блять. Которого нельзя было пройти, не знаю, код из мануала, блядь, которого, конечно, никого не было. И не знаю французского, тем более, но, блядь, даже тогда я больше удовольствия получил, блядь. Не понимая, почему меня выносит робот на рандомных этажах. Это, блядь, это словами описать нельзя, это нужно только, блядь, прочувствовать. Amazing experience, блядь. Блядь. Наверное.
эта игра все-таки метафора к моей жизни. Занимаюсь непонятной дресней для совершенно неочевидного результата, блядь. И так всегда. Я уже полчаса иду, наверное, блядь, не меньше. У меня пальцы болят, зажавшие кнопки, блядь. То есть эта игра реально может нанести вам физическое увечье. Если у вас слабые суставы, например, то вам очень несладко придется. Я не понимаю, что происходит. Может, блядь, это глюк такой, и меня телепортируют каждый раз. О, сатана опять стучит. Значит, блядь, мы идем в верном направлении. Да иду я, сатана, иду. Хватит стучать. Блять, после первых двух комнат я ждал дресни от этой игры, но такой дресни даже я себе представить не мог. Интересно, можно подать в суд на разработчиков игры, если ты ее не покупал? Выстрелит такое дело или скажут типа, давай, до свидания. Блять, двери открываются. На самом деле. Не похоже. Если бы хоть что-нибудь изменилось, хоть... На одной лестничной клетке было насрано, чтобы я понимал, что я двигаюсь куда-то, блядь. Зачем все делать одинаковым? Или там на спине, это, на стене было написано «Ваша шлюха». Блядь, ничего. На данный момент я уже абсолютно уверен, что я никуда не двигаюсь. Я принял ебанистическое решение идти вниз до последнего, пока я не умру от истощения. Но на данный момент я уже абсолютно уверен, что судьба моя решена. Наверное, надо прощаться, друзья. Неизвестно, в какой момент меня покинут силы, и я не смогу дальше вещать, поэтому хочу со всеми попрощаться. Мама, папа, простите. Я так вас подвел. Но, видит Бог, я не мог этого ожидать. Никто не мог такого ожидать. Простите все, кого в жизни обидел. Спасибо всем, кто меня поддерживал. Всем желаю счастья и процветания. И никогда не играть в такие игры. Вы знаете, я бы вам посоветовал, чтобы случайно не попасть в такую ситуацию, вообще не играть в видеоигры, блядь. Если бы я
в своей жизни знал, что то, что я играю в игры, меня приведет вот к этому, я ни к одной игре в жизни бы не притронулся. Учитесь на моих ошибках. Что происходит? Мне кажется, сознание меня покидает. Наверное, какое-то время, пока я буду лежать на клавиатуре, я еще на автомате буду спускаться. Но это все уже не важно, потому что конца у этой лестницы все равно нет. Теперь мы это знаем практически со стопроцентной точностью. Ребята, это не монтаж, это, блядь, на полном серьезе происходит в игре. Это глюк скриптов очередной, как тогда с неоткрывшейся дверью, блядь, я уже теперь ничему не доверяю. Хожу тут, блядь, второй час, а на самом деле дверь должна была открыться уже после второй, блядь, лестничной клетки. Сделан счетчиком, блядь, потому что такую ебанистическую карту, конечно, никто лепить не будет из, блядь, 9000 этажей. Но этот счетчик почему-то у меня не считает, сколько этажей я прошел, блядь. Например, их было всего 100. Но счетчик, блядь, так и завис на, я не знаю, на нуле. И, блядь, идти дальше никакого смысла не имеет. Может, в этом дело, блядь. Это реально происходит, блядь, ребята. Происходит, блядь. Это не шутка, блядь. Не прикол. Мне надо умереть, убить себя на этой лестнице, и я попаду в чистилище. Нет, упасть нельзя. Ну какая головоломка здесь? Ничего нет, я просто иду вниз. Здесь ничего нет. Что может, блядь, дать головоломку нахуй? Так я шел наверх, блядь. Я же шел наверх, не могу выйти отсюда, значит, блядь, вниз пройти можно. Все в пизду, я не могу больше, я буду гуглить. Потому что, блядь, ну не может такого быть реально, блядь, что-то, блядь, здесь не так. Ха-ха-ха, Сенс. Энд.
Stairs. Endless stairs. Endless staircase, Nissan Genial Disco. По первой же ссылке, блядь, вылезла эта дресня. Ну-ка, ну-ка, что у нас пишут, блядь? Как пройти мимо бесконечной? Я пытался бежать вниз, назад. Это реально какая-то дресня, какая-то ловушка, просто издевательство, блядь. Ну как? Как ее обойти? Тут нихера что-то, блядь, не дают советов. Ай, блядь. Ёб твою, сука, душу мать. Это какой-то пиздец, блядь. Я не верю, что такую дресню можно сделать, блядь. Я так понял, что мне надо просто стоять возле двери. В натуре, блядь. Не надо было идти, надо было стоять. Блядь, я наружу вышел. Я вышел туда, откуда пришел, блядь. Так, а, блядь. Блядь, блядь, блядь. Давай уже, блядь, выбивай эту дверь вместе со мной, нахуй, вместе с моей жизнью, блядь. Сейчас надо придумать быстрее какую-нибудь шутку, кто там за этой дверью, блядь. Все равно никого нет. Блядь, сука. Туда вообще идти не надо, походу. А куда надо тогда, ебаный в рот?